Андре Тан вважає, що заощаджувати на одязі простіше простого. Для цього варто за ним лишень правильно доглядати. Як саме, давайте подивимось. Спонсор показу – торгівельна марка «Тоніка». Піклуйся про своє волосся. С новым добрым утром! С вами ваш любимый домашний дизайнер Андре Тан. Сегодня наша рубрика называется «Хозяйки на заметку», потому что мои советы помогут продлить жизнь вашей любимой одежде. Думаю, уже все поняли, что последний писк сезона – это плиссированные юбки. А вот как за ними ухаживать, знают далеко не все. Совершенно недавно моя любимая клиентка купила моднейшую плиссированную юбку на Укра и постирала в стиральной машине. И теперь у нее появилась новая юбка, но уже без плиссировки. Если вы хотите сохранить свои складочки, стирайте такое изделие исключительно только руками. При этом юбку можно поместить в капроновый чулочек. Так еще часто делали наши бабушки. Есть еще один способ ухаживания за гофре. Мы собираем подол юбки на нитку и также стираем руками. Если вы дорожите своим пуховиком, отложите его подальше от стиральной машины, иначе вы рискуете остаться в холодную пору без верхней одежды. Пух просто собьется в маленькие комочки. Мой вам совет. Не рискуйте. Отдайте лучше свой любимый пуховичок в химчистку. Лучше заплатить специалистам и будь уверенным в хорошем результате. Ну и, конечно же, не стирайте обувь в стиральной машине. Не повторяйте мой горький опыт. Кеды, кроссовки и мокасины, все они боятся воды. После стирки вы рискуете достать их из барабана отдельно подошву и отдельно вашу обувь. Не переживайте, но даже в этом случае вас всегда может выручить Аукра. Будьте модными, но при этом оставайтесь верны своему стилю. С вами был ваш любимый домашний дизайнер Андре Тан. Увидимся скоро.